Гуд морген всем и добро пожаловать на мой канал. А я уже с утра блинчики испекла. Собираюсь я на дачу. Вчера у нас такой ветер был сильный. Это катастрофа была, что все летело, холодно, так перемерзла, так устала. Сильно устала, вы не можете себе представить. Сейчас кофе попью и поеду на дачу. Я вчера посадила розы, но не успела вам сделать видео. Знаете почему? Потому что там все летало у нас. Там вчера такой ураган был сильный. И очень вообще холодно было. Я думала, я загорела. Это кажется, ну, мне пришло, мне все щеки были красные. Но я думала, загорела, что ли. А это кажется, я так замерзла сильно. И это... Сейчас кофе попью, поеду на дачу. Покажу вам, что мы сделали. Мы вчера с мужем сделали лямели. Я так тоже надорвалась сильно. Лямели это... как вам сказать? Я вам покажу, я не знаю, как они будут по-русски. Это такие, мы хотим потом туда окно вырезать, делать окно. Потом вам покажу, как это делать и как мы будем это делать. И потихоньку надо начинать уже. Вчера смотрели грильницу, делать гриль. Конечно, сколько у нас уже этих грилей было, вы не можете себе представить. Одну отдали, другую подарили, и третью подарили. У нас уже и газовые, и каких только не было. Потом брат отдал нам, моего мужа брат отдал шашлычницу. Такая, знаете, как раньше в России, в Казахстане, вот такая шашлычница была. Но сейчас мы смотрим газовую гриль. Мы так смотрели, вчера в Лидле был по онлайну ангеботы, вот эти по 600 ойров, по 400 ойров, потом 250 ойров. Но это, они сильно большие, газовые, мы не хотим такую сильно большую, зачем нам? И такую небольшую смотрим, ну в пределах 260 ойров мы как присмотрели. Ну хотим посмотреть, с чего она из себя стоит, да? Потому что одна у нас тоже была очень хорошая, ну муж подарил там кому-то. Тоже дорогая такая мы брали, но это было лет, наверное, 4-5 лет назад. Что-то она ему не понравилась, не знаю я. Потом, в прошлом году у нас была такая хорошая, это, тоже кому-то подарили. В этот раз решили уже все, фест надо купить, пускай она стоит, вот. Нет-нет, если будет дожди, будем как заносить, там у нас кладовочка, вот. Ну... Пошлите на дачу, покажу вам. Вот, пришла на дачу. Посмотрите, какая у нас красота. У нас сегодня до 17 градусов обещают. Сегодня воскресенье. Как красиво. Вот что мы сделали. Но это еще не готово, ничего. Это вот этой вот железячкой мы будем полностью вот тут вот все закрывать. Забор уже сделали, чтобы меньше было соседей видно. Потом отсюда вот эту шапку леголевую убрали мы. Здесь у нас будут лежанки, потому что тут я травку посыпала, ну как посыпала, чтобы она была разом хороший. А тут у меня он такой вот одиночный цветочек растет. Вот он. Но ветерочек есть. Вчера очень-очень такой ветер сильный был, холодно. Я еле посадила. Ну, нам и сказали, что будет циклон холодный. Вот это вот и есть лямели. Сейчас муж придет, дачу откроет. Это наш виноградник. Тут, конечно, все зарастет, видно, ничего не будет. Вот и мои цветочки. Вот они. Вот эти бочки будут убираться назад, вон туда, за эту качелю. А качелю будем переносить вот сюда вот. Вот видите, это соседа стоит качели. Но он будет делать забор. Вот, вот эти вот ламели, вот эти вот. Ой, если помните, здесь у нас стояло, было окно стояло, говорю, было, да? Мы вчера с мужем, я вот тут и поднималась тяжелого, закрыли, да, вот это полностью, теперь будем вырезать и ставить, вот это вот, видите, длинное пластиковое окно, будем вот сюда вот делать, даже лампочку эту повешал, потом что, ну, здесь у нас еще стройматериалы лежит, еще, конечно, не все готово, но у нас Car Friday, это страшная пятница,
будет, ну вот на той неделе. И у мужа будет больше времени, а потом у него как раз отпуск идет. И начнем уже потихоньку-потихоньку работать, чтобы было очень много времени у нас. Потому что на той неделе мои выходные, я проработаю, полностью, короче, будем тут на даче работать. Охота быстрее все сделать. Будем окно прорезать, и, как я уже говорила, вот сюда будем ламели эти тоже ставить. Потом, что он сделал? А вот это тут у нас насос. Потом покажу вам цветочки мои. Смотрите, какая красота. Вот это у нас ставни от дверей. Это мы приготовили, чтобы вывести. Какие у меня цветочки красивые повыходили. Видите? Тут у меня чеснок. Здесь вчера я посадила лук. Посадила лук. Так, там дача соседей. А вот эти розочки. Вот они, эти розочки. Я вчера садила. Розовые, потом розовые розы, потом красные и бордовые. Так, и что мы еще посадили? Тут тоже тюльпаны выходят у меня. Что мы еще посадили? Опять листья прилетели. Так, а вот это вот крыжовник. Нам сказали, что он очень крупный. Вот мы его посадили. Вот эти камни у нас здесь, значит. Камни у нас здесь, и будем делать дорожку. Все распускается. Смотрите, как красиво. Все уже яички повешали. Какая красота! Я так люблю мне вот эту дачу. И вообще я дачу люблю. Мне кажется, здесь как успокоение души. Здесь так спокойно. В городе все равно устаешь. Тюльпанчики у меня выходят. Потом покажу вам это наш домик, да? Там окна нету, темно сейчас. Это надо прорезать теперь окно. И потом я вам покажу, мы будем там и полы менять, и полностью там, короче, там все будем сдирать, все будем менять. Тут хотела вам показать грильницу, но не могу, тут все наложено у нас. Вот. Так что вот потихоньку работаем, все делаем. Тоже эти две двери хорошие, такие толстые, они противопожарные. Всем пока. Еще будем встречаться. На даче буду вам показывать все. Чус.